А прямо сейчас о том, чем запомнился уходящий год представителям сферы культуры, расскажем прямо сейчас. Центральная городская библиотека наконец-то стала доступна абсолютно для всех граждан нашего города. Впервые в этом году, благодаря выигранным деньгам в благотворительном фонде КАФ, был установлен подъемник, и теперь к нам ходят на мероприятия люди с ограничениями возможностей здоровья, то есть колясочники. Также люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься у нас созданием каких-то блокнотов, переплетов, восстановлением книг, созданием фотоальбомов. Ну и нам это огромная помощь, потому что закуплено оборудование, и мы точно так же можем реставрировать свои редкие ценные книги. Также мы выиграли небольшой грант, закупили оборудование, и у нас были сняты с детьми с проблемами здоровья также, и с обычными детьми, то есть в инклюзии, созданы мультфильмы. Мультфильмы наши были показаны, даже получили некоторые награды уже. В общем-то, интересная деятельность, когда литература изучается, переходит в мультфильм руками ребенка, и этот проект мы завершили, но работу эту мы продолжать будем, и студия «Калибри» у нас также будет работать и в последующие годы.